Вот мне пришли еще вопросы от автолюбителей. Ну, это целый народ, целое население в нашей стране. Попробую вам сказать про это, то, что я думаю. Больше всего меня развлекает вот эта история борьбы с мигалками. Развлекает в том смысле, что вот все борются с ними, борются, их все время число уменьшается, а, например, по Москве толком ездить все равно ведь невозможно. Хочу вам сказать, вообще говоря, что надо делать? Если снять мигалки не удается, ну давайте поставим мигалки всем. Вот какой выход может быть. Ну и будет такая дискотека бесконечная. Все будут с мигалками, всем будет хорошо, и Михалков, и даже не Михалков, и все, любой будет с мигалкой. Можно еще и так, конечно, сделать. Ну вот, а если серьезно, то вот что я про мигалки конкретно думаю. Мигалки все надо отменить, все. И кончить с этим делом. Пускай президенты и премьеры ездят со своими гаишниками, сопровождениями. Больше никаких мигалов не должно быть. Скорая помощь, пожарные тоже понятно. Все, кончим с мигалками. Как говорят мои друзья, мигалка это узаконенное право на убийство. Это право нарушать все, право нарушать все правила. Это наглая вещь, и с ней надо заканчивать. Нет никакой нужды в этих мигалках. А вторая тема – техосмотр. Ну, давайте просто подумаем, зачем нужно делать техосмотр и давать постоянно взятки, если на следующий день машина может испортиться, и вы кого-нибудь все равно убьете или сами убьетесь. Значит, это просто способ вымогательства, способ бюрократизма, способ заставить вас делать то, что вам совершенно не нужно, никому не нужно, и вообще не нужно. Отдельная история – это транспорт, который возит людей, или транспорт промышленный, так называемый. Там другое дело, там угроза другого рода, и транспорт содержится по-другому, и отношение к этому должно быть другое. Третья тема. Помимо отмены всех мигалок, помимо отмены техосмотра, третья тема – это проблемы, связанные с ГИБДД. Ну, так там же сказано. Государственная инспекция по безопасности дорожного движения. Пусть она занимается только тем, что организует и контролирует дорожное движение. Больше чем, ничем не занимается. Если постовой будет заниматься только прямыми своими обязанностями, ситуация будет совсем другая. Да, еще спрашивают про ОСАГО, но здесь вообще вопрос простой. Мы внесем поправку, она уже готова, мы внесем поправку в закон, где будет сказано, простая очень вещь, в 3 дня вам должны выплатить все, что положено по страхованию. Если в 3 дня не выплачено, то начиная с 4-го дня контора, которая должна выплачивать, платит штраф. Все, и каждый след, то есть на счетчик их поставить, и все будет хорошо. Ну и, наконец, не последнее дело. Вот тут я могу вам сказать более профессионально. Цены на бензин. Цены на бензин могут быть ниже. Это я вам просто гарантирую. Это никакой не популизм. Конкретно, если говорить, это решается за счет изменения правил конкуренции. Это решается за счет строительства перерабатывающих заводов. Это решается за счет того, чтобы дать бесплатную землю под строительство этих заводов. Это решается пошлинами, это решается 2-3 операциями. За 3 месяца можно решить, что цены на бензин остановятся, а потом вот вы увидите, они еще и будут снижаться. Все это решаемые вопросы. Безусловно решаемые. Мы знаем, как это сделать, и мы это сделаем. Дайте только возможности.